Вітаю, дорогі українці! Ми знаходимося на підприємстві «Моноліт». Ми більш ніж 10 років займаємося розробкою та виробництвом захисних дверей та зламостійких сейфів. З початком війни я намагаюся повністю перейти на українську, але з вашого дозволу поки що продовжу російською. Хотіла розказати о наших дверях, о наших зламостійких дверях, о секреті наших дверей, за счет чого добивається така защита на наших дверях, защита від силового злому, защита від скриття відмичками, защита від комбінірових методів, коли можна частично висверлити якісь точки в двері, тим самим обійти замки частично, за счет чого добивається пулестойкість в наших дверях, за счет чего добивается беспрецедентно мощный монтаж наших дверей. И этот секрет, он не заключается в каком-то одном элементе, то есть там поставили лист, условно, десятку на внешний, то есть на полотно двери лист 10 миллиметров, и все, такую дверь не сломаешь. Либо там поставил какой-то немецкий замок, и все, то есть дверь не будет вскрыта. Это комплексные меры, которые учтены в любой нашей конструкции дверей. Даже монолит стандарт — это двери 4 класса. Там ряд потенциальных мест, которые, как правило, атакуют воры. Также в наших дверях 5 класса, 6 класса, это как такие модели, как монолит мускул, мускул, скала. В первую очередь мы берем замки, то есть подбираются замки. Замки подбираются те, которые отмычками. Ну, разве что там на видео в Ютубе можно увидеть, как там скрывается, к примеру, цилиндр Abloy Protect 2. Но эту информацию нельзя воспринимать, ну, как в реальной жизни информацию, потому что это происходит декодирование цилиндра, когда, допустим, мастер, который снимает его на видео, перед ним лежит ключ, и он просто на декодере набирает, ну, это не просто, но он набирает комбинацию такая, которая на ключе, и уже тем самым попадает секрет ключа. Поэтому такие цилиндры, как Abloy Protect 2, EVO 4KS, EVO MCS, это цилиндры, которые вскрываются разве что в Ютубе. То есть, ну, в реальной жизни такие цилиндры не вскрывают. Подбираются первым делом замки, те, которые обеспечат 100% защиту от чистого вскрытия, интеллектуального, скажем так. Затем эти замки, вне зависимости, насколько они не вскрываются в чистую, их можно повреждением, то есть это скомбинировать интеллектуальный метод взлома и силовой, то есть взять мощный шуруповерт, даже без подключения к электросети, просто высверлить одну-две точки в замке, и тем самым и можно как бы открыть, вне зависимости, насколько сложно он скрывается отмычками. Поэтому следующий этап, то есть после того, как подбираются замки, они должны быть беспрецедентно мощно защищены каленым металлом. В такой модели, как Monolith Standard, ставятся пластины 6-миллиметровые на корпус замка, а на сам цилиндр устанавливается броненакладка. Броненакладка, протектор, я назову, ну, как правильно сказать, у нас она уже как бы принято называть ее броненакладкой, но по факту называется, это протектор. Протектор, который закрывает цилиндр замка для того, чтобы его нельзя было сорвать, для того, чтобы нельзя было добраться к нему сверлом. Протекторы мы устанавливаем обязательно с так называемой юбкой, то есть те, которые составляются изнутри, подставляются изнутри под металл, вырвать его не представляется возможным. И используем только протекторы броненакладки самой толстой толщиной шайбы. То есть это у нас минимальная толщина шайбы, это 11,5 мм на броненакладках. На такие модели, как монолит стандарт, монолит усиленный, идут такие броненакладки. Начиная с модели монолит мускул, там идут уже броненакладки нашего производства, это броненакладки монолит. Там толщина шайбы более 20 мм. В броненакладках также такой параметр важный, как твердость ее. Корпус броненакладки и твердость корпуса броненакладки и твердость защитной шайбы броненакладки. То есть в броненакладках, те, которые идут стоковые, у них корпус довольно-таки твердый, но это еще играет и в обратную сторону. Об этом я сейчас объясню, почему. И шайбы, как правило, идут немного, ну, иногда и на порядок
мягче, чем сам корпус замка. У нас же наоборот, у нас корпус замка идет твердый, а шайба, которая защищает именно самый центр цилиндра, она сверхтвердая. Сверхтвердая – это для понимания, то есть твердость выше, чем у сверел, у фрез, у всех тех инструментов, которые, в принципе, должны были бы ее сверлить. То есть никакие инструменты, то есть никакое сверло эту твердость, оно не способно просверлить. То есть мы берем, опять же, возвращаясь, замки, которые не скрываются отмычками, защищаем каленым металлом, который невозможно просверлить. Вот, в частности, на моделях, начиная с монолит мускул 5 класса, взломостойкости двери, там идет броненакладка монолит, который корпус невозможно расколоть. Так как у стоковых броненакладок твердость корпуса, она влияет в обратную сторону. То есть очень твердый металл, он становится хрупким, то есть у него теряется вязкость. У нас же форма броненакладки сконструирована так, что у нас специально идет кант на броненакладке, который металлоемкость в самом уязвимом месте достигается такая, которую уже невозможно расколоть. Это тоже очень важно. Вот эти все замки можно было бы, в принципе, поставить там условно в дверь там с листом тройкой однолистовой, и может показаться, что все, то есть дверь уже становится неприступная. Но, к сожалению, это не так. То есть мы можем просто-напросто не брать ничего, не сверлить, не открывать отмычками. Мы можем просто-напросто забить, скажем так, ну, не надо для этого какой-то там суперкиличный нож, просто забить острый, скажем так, монтировку, ломик и просто разорвать зону замка, тем самым как бы получить доступ ко всему корпусу замка, либо какой-то ее части, то есть там распотрошить эти все бронепластины, броненакладки, либо затолкать замок вовнутрь просто двери. Тем самым эти все защиты от сверления, от чистого вскрытия, они не будут работать. Поэтому следующий этап – это защитить их достаточным количеством металла, достаточным для того, чтобы его нельзя было разорвать. А это не 1 миллиметр, ни в коем случае не 2, даже не 3. То есть примерно 4 миллиметра, в принципе, было бы достаточно уже для того, чтобы его нельзя было разорвать. Это уже такая толщина, которая не разрывается. У нас минимум идет 6 миллиметров. То есть у нас полностью замковая зона даже на двери 4 класса – это 6 миллиметров металла. А за ним идет уже каленые пластины, броненакладки, замки. На таких дверях, как монолит мускул и выше модели, там идет уже от 12 миллиметров металла. Уже такая толщина, как 12 миллиметров металла, она уже нанесет защиту уже от таких инструментов, даже как болгарка. Это шлифовальная машина с абразивным кругом, которая там 2-4 миллиметра она вырежет, а вот 12 миллиметров для нее это уже будет время. Тут уже как бы играет время, начинаем выигрывать время. То есть, повторяем, взяли замки идеальные, идеально их защитили от сверления, идеально их закрыли обычным металлом, но этого тоже недостаточно. Дальше идет такой момент, то есть, когда мы вот эту толщину металла нарастили, то у нас опять же она начинает играть к нам в обратную, скажем так, сторону. То есть за эту толщину металла, за эту толщину притвора, то есть вот, к примеру, вот такая толщина притвора, то есть уже можно что-то забить, зацепить и начинать отгибать полотно от рамы. Металлы толстые. Поэтому замки, обтянутые с внутренней стороны, обязательно должны быть максимальным потенциалом металла. То есть вот в таких моделях, как монолит, стандарт, они обтянуты и изнутри, полностью вся замковая зона. Это 6-миллиметровый металл. В таких моделях, как скала, там более 10 миллиметров обтяжка металла изнутри замков. Для того, чтобы, то есть, пытаясь отжать полотно, замки просто не выдулись вовнутрь, то есть, и оставшись ригелями в раме, то есть, просто не вышли из нее. Поэтому это следующий этап. Далее идет рама. Рама – это, если ее сделать там из 2-миллиметрового металла, даже из 3-миллиметрового металла, это опять же тот материал, который при отжиме полотна, он то же самое вырвется. То есть даже там, мы уже не говорим, если там сплошные вырезы в раме, даже если под каждый ригель замка будет выстрелено в раме, все равно, приложив усилия, то вот эта профильная труба, она порвется, и просто-напросто ригеля выйдут, также деформируют, частично порвется,
и можно будет полотно от рамы отделить. Поэтому у нас обязательно идет толщина рамы минимум 5 мм, минимум 5 мм. И обязательно идет система тяг. В наших всех дверях обязательно идет дополнительные точки запирания вверх и вниз. Они параллельно с закрыванием в горизонтальной плоскости. Также идут две дополнительные точки запирания в вертикальной плоскости вверх и вниз. Это для того сделано, чтобы нельзя было начинать отгибать от угла. Потому что в центре двери замки, то есть да, ригеля находятся в толстом металле, замки полностью обтянуты, все это хорошо, но если начать, допустим, с угла, немножко отогнули угол, забили клин, перехватились выше-выше, то есть и дойдя уже там до 30% двери, пройдя от низу, то у нас уже внизу будет там зиять отверстие там около 10 сантиметров, и при этом у нас огромный рычаг, то есть рычаг, который уже будет играть именно на ригеля корпусов замков. Поэтому, чтобы этого не произошло, обязательно должны быть во взломостойких дверях обязательно должны быть тяги, дополнительные точки запирания вверх и вниз. Поэтому вкратце по замкам получается так. Далее на тыльной стороне рамы идет обязательно защита ригелей. То есть для того, чтобы в обход этого всего, этих всех толщин, каленых пластин, броненакладок, нельзя было просто, там, сняв наличник, что-то наставить с торца рамы между рамой и стеной, и забить ригеля вовнутрь, тем самым полностью открыть, и тяги зайдут, и все зайдет. Поэтому обязательно идет защита ригелей. И защита ригелей несет двойную функцию, она также распределяет нагрузку на более чем половину всей замковой стороны. Также защита ригелей несет двойную функцию, она полностью распределяет нагрузку, которая будет, то есть она создает из рамы и защиты ригелей короб, то есть, который распределяет нагрузку на несколько монтажных ушей, и тем самым полностью на вся замковая часть, это монолитно, она вся сидит как единое целое со стеной. Получается, по замковой стороне вроде бы все. Далее идет петлевая сторона. Почему-то некоторые люди еще не привыкли к тому, что уже все современные двери оснащаются антисрезами, противосъемами, так называемыми. Это пассивные точки запирания, когда дверь закрывается, то одновременно с этим в раму входят дополнительные ригели с петлевой стороны, которые не позволяют, даже если бы просто срезать петли начисто у двери, то тем самым все равно дверь не выйдет с рамы, потому что входят дополнительные точки запирания антисреза, они входят в раму. Но практически все не придают абсолютно никакого значения антисрезам. То есть они у кого-то просто декоративно вкручиваются, у кого-то они там держатся на одной какой-то прихватке, сопле. У нас же антисрезы идут, они полностью пронизывают полотно и идут до первого ребра жесткости. То есть тем самым они образуют дополнительную сетку из ребер, это раз. Для того, чтобы нельзя было разорвать полотно, об этом я сейчас расскажу. И полностью исключают такой вариант, как срезать петли, и дверь откроется. То есть такого в наших дверях никаких не работает. И более того, даже если срезать петли и приложить огромное усилие, это может быть либо гидравлический инструмент, либо какие-то монтажные лапы, либо несколько ломов, то его невозможно. То есть эти ригеля отогнуть, это было неоднократно проверено. Как и в наших сейчас реалиях, которые происходили после 24 февраля, когда на наших дверях срезали петли, пытались замковую петлевую сторону отделить от рамы. Это абсолютно ни к чему не привело. Также на испытаниях это неоднократно пытались делать. То есть это абсолютно бесполезно. Далее, после замков и петель, у нас идет полотно двери. Некоторые почему-то считают, что достаточно разобраться с замками и все. То есть все остальное полотно не имеет значения. Как я уже сказал, оказывается, имеет значение с петлевой стороны. Оказывается, имеет значение монтаж этой рамы. Об этом я тоже сейчас расскажу. И очень важно это полотно двери. В наших дверях обязательно, как в монолит стандарт, монолит мускул, во всех абсолютно наших дверях, идет наша фирменная компоновка ребер, сетка из ребер жесткости. Это
идут два ребра вертикально, и как монолит стандартный идет 7 горизонтальных ребер из 50-го уголка. А в таких моделях, как монолит мускул, это 5-го класса защиты, то идут 2 вертикальных и 8 горизонтальных. То есть мы получаем, что даже если здесь, допустим, разрезать, разорвать лист, то мы, то есть даже, то есть мы попытаемся вырезать окно побольше, то есть отделить этот лист не удастся, потому что он будет обязательно всегда находиться на ребре, которое, в свою очередь, стянуто со внутренним листом. То есть вырезать такое отверстие можно, но оно абсолютно ничего не даст, туда даже ни болгарка не войдет, ничего. Полотно прорезать в сквозную тоже не получится, потому что толщина полотна, она больше, чем полезный рез у болгарки. Поэтому сетка из ребер жесткости – это тоже важный момент, которому тоже надо, мы в наших дверях, которому уделяем очень большое внимание. Подытоживаем. Мы получили замки, которые не скрываются отмычками. Мы защитили их так, чтобы их нельзя было просверлить, нельзя было до них добраться, нельзя было забить ригеля у этих замков. Мы с петлевой стороны сделали так, что, срезав петли, полотно не отделится от рамы. Мы сделали такое полотно, которое, кроме того, что его нельзя прорезать, разорвать, оно имеет нереальную жесткость. Вот эта вся сетка ребер жесткости, она дает полотну просто немыслимую жесткость. То есть если рассмотреть дверь там с двумя ребрами жесткости, либо с тремя, там, или с четырьмя, или, допустим, как у нас, с 9 ребрами жесткости, то разница она будет просто немыслимая. То есть даже если каким-то образом там перерезали тягу и пытаться будут отгибать какой-то угол, то работать будет все полотно двери, потому что оно полностью все завязано в единую жесткость. И теперь мы переходим к тому, как это установлено. То есть почему-то некоторые считают, что там, закрепив там какие-то химические анкера, просто там, скажем так, в раме просверлив отверстие, забить туда костыли, заварив, то есть это будет надежный монтаж. Для того, чтобы она не выпала, он будет надежным. Но для того, что если ее будут пытаться вырвать, то для этого нужно использовать максимально весь потенциал двери. То есть мы должны, если это стена в кирпич, то мы должны использовать половину кирпича, то есть центр кирпича. То есть мы должны отступать монтажными, скажем так, элементами монтажными на глубину, то есть чтобы использовать потенциал кирпича. Тем самым, то есть добраться, то есть будет сложнее до этих элементов крепления. И обязательно их должно быть достаточное количество. Но опять же, достаточно для того, чтобы она не выпала, достаточно 6 точек крепления. Но для того, чтобы ее не вырвали, допустим, даже в нашей двери монолит стандарт, это 4 класса, там идет 12 монтажных ушей. То есть это по 5 с каждой стороны, 2 вверху. Это минимум 12 костылей, которые забиваются, на сварку завариваются. Опять же, за счет всей жесткости полотна, за счет жесткости и металлоемкости рамы, то есть тянув, даже прилагая усилия в каком-то одном месте, то работает полностью все полотно, вся рама. Они работают в едином целом, то есть приложить просто на одно монтажное ухо усилия невозможно. То есть будут работать как минимум 30% монтажных ушей. А, допустим, на таких моделях, как монолит мускул, скала, то их там 14 монтажных ушей, там дублируются отверстия, там идет обратная рама, то есть, которая обтягивает полностью стену с двух сторон. То вырвать дверь это не представляется возможным, это опять же проверено в наших современных реалиях, то, что происходило, когда там двери ломали там не один час, не один день, то есть их там неделями они сидели, пытались, ковыряли, то есть и при этом им не удавалось вырвать двери вот с таких монтажей, когда то есть обтянут проем обратной рамой, то есть стянут. Обратная рама это когда с внутренней стороны, с квартиры, еще ставится контррама, то есть эти две рамы через вот эти монтажные уши, они свариваются друг с другом. Поэтому по монтажу, то есть мы поняли по замкам, с петлевой стороны, полотно с ребрами жесткости, крепление рамы, рама, все это. И теперь, допустим, можно уже перейти к таким сверх, скажем так, защитам, назовем их так, это то, что если бы, допустим, у взломщиков была большая болгарка, то есть у них
были бы даже какой-то инструмент, условно гидравлический, там какие-то, некоторые люди считают, там домкратно можно все что угодно, то все это получается в таких моделях, начиная с 5 класса, то у нас это тоже все решено. Вырезать болгаркой, допустим, притворной части в 12 миллиметров, то есть не представляется возможным, то есть за то время, которое отведено на 5 класс. Прорезать полотно в сквозную также не получается, потому что болгарка в сквозную его не прорезает. Допустим, забиться, чтобы завести гидравлический инструмент, допустим, в монолит мускул там и дальше в других моделях, которые идут выше, то не представляется возможным. Здесь идет противозломный наш притвор фирменный. Это цельнометаллический квадрат, который в единое целое сварен с рамой. То есть забить какой-то туда инструмент, чтобы пытаться отжимать, не представляется возможным. Это также мы проверяли на испытаниях, это также проверялось в реальной жизни. То есть в серьезных дверях обязательно должен быть такой элемент. Далее, чтобы дверь, допустим, получила защиту от огнестрельного оружия. То есть все наши двери защищают, минимальный класс защиты в наших дверях – это второй класс пулестойкости. Это довольно мощный пистолет ТТ, это калибр 7,62, но это пистолетный патрон, то есть это какие-то помповые ружья, то есть гладкоствольные, от всего этого защищены. Но чтобы получить, допустим, третий класс, то есть либо уже там четвертый, то это совершенно уже другие нужны, получается, толщины. То есть для понимания, то, что пробивает калашников, это вот такая вот плита, то есть обычного металла, и он просто-напросто на вылет пробивает, можно сказать, даже не чувствует. Поэтому вариант защиты двери до уровня калашникова – это уже совершенно другой процесс, и который, допустим, в таких моделях, как «Скала», у нас может быть как дополнительная опция. Там, допустим, минимальное сечение металла там 12-13 миллиметров. То есть за счет этого получается уже шестой класс защиты от взлома – это уже от болгарки с большим кругом, шлифовальной машины с 230-м кругом. И это уже защита от автомата Калашникова, даже от пули СВД. Это уже 7,62 на 54 патроны. Поэтому, то есть это тоже можно получить. По времени и затратам это не быстро и не дешево, поэтому это как дополнительная опция тоже может быть. Поэтому по конструкции наших дверей, ну и вообще в целом, то есть грамотность проективных дверей – это не один лист металла внешний и не один там какой-то итальянский замок. Это комплекс мер, который в целом приводит к тому, что, ну, я уже не сказал о том, что насколько это должно быть качественно проварено, то есть это не просто должно держаться и не отпадать. Это одинаковый шаг провара, то есть это минимум между сварочными прихватками, в нашем случае идет 10-12 сантиметров. Это качество этой сварки, то есть это нельзя там каким-то дедушкиным сварочным аппаратом, то есть все это сделать гарантированно качественно. Это правильные аппараты, правильно настроенные, правильные токи, мастера, которые это делают правильно, потому что если ты начинаешь это все как бы варить сплошными швами, то это все деформация приводит к тому, что просто это невозможно использовать. То есть деформация в таких толщинах, в таких металлах, она непростительна. То, что двери наши показали на испытаниях, то, что двери испытывались, когда их там по 3, по 4 человека одновременно пытались сломать, и люди это ломали не, скажем так, не люди с улицы, это профессионалы, которые аварийщики, медвежатники, которые занимаются, сталкиваются с дверьми, замками, сейфами ежедневно, и они это все знают, как работать инструментом, какие усилия нужны, как правильно эти усилия приложить, то у них это не удавалось часами этого сделать, ну, сломать нашу дверь, то также это и в реальной жизни подтверждено тем, что, к сожалению, то, что происходило уже с началом войны в Буче у нас, в селе Перемога это происходило, в Ирпене эти двери, вот,
Что касается дверей 4 класса, это монолит стандарт, монолит усиленный. Эти двери были сломаны 50 на 50, то есть эти двери какие-то выстояли, у каких-то, я понимаю, это были взлом, там он происходил несколько дней, какие-то не выстояли, к сожалению. А все двери, начиная с монолит мускул, все двери абсолютно выстояли. Но при этом несколько было попыток, несколько наших изделий подвергали взлому, там, где их резали болгаркой, там, где их ломами, там, кувалдами, то есть там выгрызали, то есть, ну, это страшная картина, но с началом войны мы, получается, такие картины вынуждены наблюдать. Это то, просто, о чем я всегда говорил заказчикам, всегда, то есть, вот меня сейчас, если смотрят мои заказчики, я, наверное, 80% своих заказчиков говорил, что есть двери для реальной жизни, то есть это те, кто в реальной жизни их не будет, их не вскроют. Это вот монолит стандарт, монолит усиленный. Это двери, которые ворами не будут взломаны. То есть здесь человеческих усилий не хватит, здесь не хватит времени на то, чтобы их резать, сверлить. Здесь подобраны замки, которые не откроют в чистую. И есть двери для нереальных ситуаций. То есть вот такие ситуации, которые были, к сожалению, у нас в 2014 году, когда у нас там горели покрышки, у нас бездействовала охрана, по тем еще временам милиция. То есть это они были, физически не могли приехать, допустим, на выезд, потому что была вот такая неразбериха. И, к сожалению, вот это время, оно во много раз печальнее, но оно вернулось. То есть вот это время, когда здесь надеяться надо только на себя и на свою дверь. Вот это оно время, то есть это время для нереальных ситуаций. Вот эти нереальные ситуации, я всегда говорил, что для реальной жизни это монолит стандарт, это дверь 4 класса. А если для вот таких вот нечеловеческих усилий, то и ситуации, то здесь нужны двери монолит мускул, мускул, двери скала. То есть это двери, которые вот сама ее бросают, бросить условно в чистом поле. И то есть времени, инструмента, методов, усилий, их не хватит для того, чтобы пройти такую дверь. К сожалению, как бы эти слова не все слышали, и может быть, и как бы не к сожалению, в принципе, надеялись люди на то, что такого не повторится, но повторилось еще во много раз хуже. Поэтому с наступлением войны, то есть дверь, то есть осталась одна, без каких-либо консьержа, без каких-либо охран, без какой-либо полиции. То есть это дверь, даже не один на один, и против нее, то есть несколько человек, этих орков, которые это все колупали, рвали, то есть и безуспешно. То есть двери 5-6 класса – это двери, которые невозможно вскрыть даже вот в таких нереальных ситуациях. Как думаешь, стоит добавить, что ты говорил, что даже в таких условиях нельзя пробить? Прямым выстрелом танка. Короче говоря, это такой случай был с нашими дверями, но я его не знаю. То есть, ну, он такой получается. Надо было вставить, конечно. Что же я вставлю? Ну, давай попробуем, ладно. Ну, кроме реальной жизни, вот эта реальность, которая нас сейчас окружает, она приводит к тому, что даже, вот то, что я говорил, двери 5-6 класса, также мы делали в Буче, делали комнату хранилища, то есть мы полностью обшивали комнату металлом 10-миллиметровым, полностью делали армирование 16-м квадратом с минимальным очком сеткой, всю эту комнату устанавливали туда немыслимую, скажем так, дверь с лучшими замками, лучшая конструкция, то есть это огромная толстенная дверь, то есть ее просто даже не обычной жизни, даже это уже не монолит мускул, там не скала, это дверь уже сейфовая. И это помещение, то, что было в Буче, оно находилось на первом этаже. И по словам очевидцев, то, что мне передавал представитель заказчика, когда я с ним, ну, к сожалению, у меня информации по этому еще очень много нет. Он сказал, когда он вернется, он более подробно мне об этом скажет.
то, что просто подогнали танк, и эта дверь находилась не просто, скажем так, за стеклом. То есть, ну, насколько я помню, я был там на объекте, там шел ремонт, но там уже было несколько стен перед этим. За стеклом шли какие-то перестенки, они, возможно, были, конечно, хлипкие. Но смысл в том, что за несколькими перестенками от окна, от улицы находилась вот эта дверь, хранилище вот это. И по словам очевидцев, они просто подогнали танк и просто несколько раз выстрелили прямо через стекло вот в эти перестенки у двери. Но то, что я видел на фотографиях, это туда еще не заходили, потому что на тот момент это еще вот это разминирование шло все. То полностью все с офиса повылетало через окна. Полностью все, ну, короче говоря, офис, к сожалению, превратился, короче, его разбило, короче, на, если не на молекулы, то, короче говоря, там просто в щепки все разнесло. Фотографии двери я не видел. Это вот через окно сфотографировали, что там все разрушено, все в пыль разбито. Но если, это просто, ну, нужно понимать, что, ну, сколько они там, ну, пыхтели, то есть на той двери, я представляю, сколько часов, дней, сколько они пыхтели, как им было этим оркам интересно вообще понять, ну что ж там вообще такое лежит, что его так закрыли, то есть что они просто подогнали танки, бахнули танком. Конечно, можно сказать, что там вот когда у меня двери люди покупали, некоторые приходили со словами, что нет таких дверей, которые нельзя открыть. Вот повторяю, двери 5 класса, 6 класса, вот эти наши модели, ну, именно настоящие 5-6 класса, не просто там на бумажке написано, что это 5-6 класса, непонятно, что там. Когда человек приходит и вот так вот сам вникает и понимает, что, ну, вот эти толщины, то есть, ну, вот эти, вот эта концентрация металла, вот это грамотное расположение, сборка этого всего, монтаж этого всего, он уже начинает понимать, что, ну, это действительно, ну, то, что в реальной жизни невозможно сломать. И вот как подтвердили наши сегодняшние будни, это в реальности так. И, допустим, тот вариант, что ее там взрывали танком и сломали, это естественно, это уже даже переносится даже в... Не то, что реальность, а это уже что-то такое, ну, немыслимое, но тем не менее, такое тоже может быть. Но при этом дверь стояла, я уверен, несколько дней. То есть ее пытались сломать, и не сломали. Они там, уверен, и резали, и ломали, и взрывали, я уверен. То есть там была такая конструкция, что ее даже невозможно локально подорвать. Я в этом уверен. Там немыслимой толщины. Поэтому от всего можно защититься, да. Даже если бы была поставлена защита от танка, мы бы от танка придумали. Но защита от танка до недавнего времени еще никто не заказывал. Если бы заказали, то я уверен, мы бы и защитой от танка разобрались. Но просто не было таких запросов. Если нужны вам будут двери взломостойкие, двери пулестойкие, надежные двери, так как я в этом видео, ну, не говорил о том, как добивается, допустим, надежность всех этих конструкций, механизмов. Она тоже беспрецедентно надежная. Обращайтесь, мы работаем, мы находимся в городе Киеве, улица Вискозная, 3Б. Здесь находится наш офис, производство. Мы работаем, выполняем заказы и поможем вам с подбором, изготовлением дверей сейфа. Всего доброго, до свидания.